30 ноября сотрудникам МЧС России поступило сообщение о необходимости оказания помощи группе детей, оказавшихся заложниками стихии на дороге. На место незамедлительно прибыли спасатели. Силами сотрудников МЧС России совместно с администрацией города Владивостока была произведена эвакуация 23 детей и 3 взрослых, прибывших из Амурской области для участия в творческом конкурсе. Эвакуация проводилась из Дворца культуры железнодорожников к месту проживания группы в гостинице. Благодарим от всей нашей амурской делегации за то, что вы спасли наших ребят, наши доблестные герои МЧС. В вашем лице особенно спасибо, что доставили всех детей к месту проживания. Мы, к сожалению, за погодой застряли. И вот сейчас все дети веселые уже, все целые, все радостные. Давайте все. Ура! Спасибо! Ура! Спасибо вам! Помощь спасателей потребовалась и в районе города Уссурийск, где из-за снежного циклона на подъеме объездной трассы Хабаровск-Владивосток образовались гололедные явления, в результате чего несколько больших грузов не смогли самостоятельно продолжить движение. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС России. Путем буксирования спасатели помогли миновать проблемный участок дороги. МЧС России также оказала помощь и на центральных дорогах Владивостока, где помогли осуществить буксировку общественного транспорта из снежных заносов.